Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Статуя Менхотепа II, Тер-эль-Бахри, заупокойный храм Менхотепа II. 11 династия, 2065-1994 до нашей эры. Песчаник, роспись, высота 138. Статуя была открыта Говардом Картером, известным находкой гробницы Тутанхамона. Лошадь, на которой он ехал, спотыкнулась, и под ее копытами было обнаружено отверстие, ведущее в подземный коридор и погребальную камеру, где и была найдена статуя Менхотепа II. С тех пор этот вход так и называют «двор лошади». Усыпальница Менхотепа II находилась во дворе заупокойного храма, который правитель создал в скальном амфитеатре Дер-эль-Бахри. Статуя высечена из цельной каменной глыбы песчаника и раскрашена соответственно традиции. Корона фараона красного цвета, церемониальный плащ, в котором обычно царь исполнял ритуалы во время праздника, Хепсет, обновление царской власти и возрождение сил правителя Белой. Тело Менхотепа II окрашено в черный цвет для того, чтобы добиться сходства с богом Осирисом, владыкой потустороннего мира, который почитался также как бог плодородия, даруемого землей. Непропорционально массивные руки и ноги подчеркивают силу и власть царя. Черты лица показывают человека властного, полного величия и царского достоинства. В них отражен триумф правителя, объединившего страну после долгих и трудных лет распада первого переходного периода. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе статуя Менхотепа II, Тер-эль-Бахри, заупокойный храм Менхотепа II, 11 династия, 2065-1994 годы до нашей эры. Пока-пока, до свидания.